родился во Владикавказе, осетин. В 1970 году окончил актерский факультет ГИТИСа. Мастерская Н. Пажитного и Цыганкова. В 1979 там же окончил режиссерский факультет. Мастерская И. М. Туманова. Играл во Владикавказе в Северо-Осетинском академическом театре им. В. Эдхопсова и Русском драматическом театре им. Е. Вахтангова. Руководил конно-драматическим театром «Нарты» во Владикавказе. Поставил несколько спектаклей как режиссер. «Загнанная лошадь» Ф. Саган. Московский драматический театр им. Гоголя. «Отверженный ангел» Ш. Джикаева. «Король Лир» У. Шекспира. «Костыль для лондонского квартала» В. Гутнова. Северо-Осетинский академический театр им. В. Эдхопсева. ИДР. С 2002 года служил в Московском театре ПРА. Жигарханяна. Умер утром 17 ноября 2016 года в Москве. Похороны пройдут 19 ноября на Гизельском кладбище в Владикавказе. 1.